Всех приветствую на канале Антон Ситников. В этом видео мы распакуем и протестируем очень мощный электродвигатель от FlipSky на 8,8 кВт. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёху и погнали! Встречайте FlipSky 70-165, водонепроницаемый электродвигатель для водного электротранспорта мощностью 8,8 кВт. Давайте пробежимся по техническим характеристикам. Размерность – 70 мм диаметр, 165 мм длина. Обороты на вольт – 120 кВ. Напряжение питания – от 10 до 24 ячеек. Долговременная мощность – 4400 Вт. Максимальная мощность – 8800 Вт. Максимальный крутящий момент – 13,8 ньютон-метров. Вес – 3,1 кг. Для своей сборки я использовал контроллер FlipSky 75350, пульт управления FlipSky VX3. Ссылки на все комплектующие вы найдете в описании под видео. Батарея питания литий-ион 16S 60 Вольт, емкостью 30 ампер часов и БМС платой на 100 ампер. Собираем мотор, прикручиваем 3D модель и устанавливаем грибной винт SPS 6,25 дюймов Classic. Укладываем все компоненты в ящик и производим настройку мотора в VESC Tool. Теперь у нас все готово для выхода на воду. Сегодня тестим мотор 70-165 на 8,8 кВт. Я уже включил запись экрана. И, ну что ж, приступим к тесту максимальной скорости. Для этого я поднял чуть-чуть мощность. Я сейчас прокатился в номинале. Он у меня выдавал где-то 3500-3800 Вт батарейного. Батарейной мощности. Сейчас я поднял до 140 ампер фазный ток и сейчас чуть-чуть отверну в ту сторону и будем тестить максимальную скорость. Делаем сброс, запись идет, я ложусь и кто-то тут едет. Друзья, капец, вот это да, вот это реально, 8,8 кВт,
30 километров в час на сапе. Да вы что, ребята? Ну это прям вообще дико. Дико прям вообще, капец. 30 километров в час. Уже сложно удержаться даже на сапе. Я даже мощность не успеваю записать. Давайте-ка врубим Веск Тул и посмотрим, что там по мощности. Друзья, еще раз, запустил Веск Тул, чтобы записать, что там у нас вообще происходит. Итак, на счет три. Раз, два, три. 4300 ватт. Вышли на глиз, ускорились. Не, ну это вообще... Это просто офигеть, ребята. Да, конечно, этот мотор наваливает намного-намного мощнее. Просто с кайфом. 4500 ватт. Чего и следовало ожидать. Мотор оторвался. Вы видите мотор? Я тоже не вижу. Короче, последний раз наваливал. Вылетел он из слайд-ина. Вылетел из слайд-ина. И оторвался вот здесь. Глубина большая. Только с водолазами получится достать. Поэтому на сегодня все. Такой вот интересный у нас получился ролик. Я думал, что оторвет сам киль или крепеж, но оказывается, он просто вылетел и уехал в море. Где-то далеко, глубоко, поэтому вот такая вот история. К сожалению, во время тестов мотор слетел с крепления слайд-ин и был утерян в море. Я отбил точку GPS, чтобы водолазы смогли найти мотор, и мы отправились на поиски. Я нашел на Авито Дениса, который занимается водолазными работами. В этот день погода начинала ухудшаться, и водолазные работы были невозможны. На следующий день Денис сообщил, что готов начать поиск, и спустя несколько часов я получил сообщение об успешной находке. Я был очень рад, что получилось найти мотор. Большое спасибо Денису за поисковые работы. Если вам нужны водолазные работы, ссылка на Дениса в описании. Ну а всем, кто захочет повторить данную сборку на сапе, готовьтесь укреплять крепеж и прицеплять мотор на дополнительный трос.